5 аршин. Тесьмы. Фунт. Сыру. И зубного порошку. Ну вот. На дачу через часок. Так что можно будет отдохнуть. Павел Васильевич, Павел Васильевич, там какая-то дама пришла, вас спрашивает. Уж целый час дожидается. Да ну и к черту. Ну, скажи, что я занят. Она, Павел Васильевич, уже 5 раз приходила. Очень, говорит, нужно вас видеть. Чуть не плачет. Ну, ладно. Пойди ее в кабинет. Слушаюсь, Павел Васильевич. Пожалуйте. Вы, конечно, не помните меня. Я имела удовольствие познакомиться с вами у Хруцких. Я Мурашкина. Садитесь. Мерси. Чем могу быть полезен? Видите ли, я Мурашкина. Мурашкина, я... Большая поклонница вашего таланта. Я всегда с наслаждением читаю ваши статьи. Вы не подумайте, что я льщу вам. Я всегда вас читаю. Отчасти я сама не чужда авторства. То есть, конечно, я не смею называть себя писательницей, но все-таки и моя капля меда есть в улье. Я напечатала разновременно 3 детских рассказа. Вы не читали, конечно. Я много переводила, и мой покойный брат работал в журнале «Дело». Так что, чем могу быть полезен? Я знаю ваш талант, ваши взгляды, Павел Васильевич. И я хотела бы узнать ваше мнение, или, вернее, попросить совета. Я, надо вам сказать, пардон, пролэкспрессион, простите меня за выражение, я разрешилась от бремени драмой. И мне, прежде чем посылать ее в цензуру, хотелось бы знать ваше мнение, Павел Васильевич. Хорошо, оставьте, я прочту. Павел Васильевич, я знаю, вы заняты. Вам каждая минута дорога. И я знаю, вы сейчас в душе посылаете меня к черту. Но будьте добры, позвольте мне прочесть вам мою драму сейчас. Будьте милы, своей желчи же в зал сюпли, Павел Васильевич. Я очень рад, но, сударыня, я занят. Мне сейчас ехать нужно. Павел Васильевич, я жертвы прошу. Будьте великодушны. Завтра я уезжаю в Казань. И мне сегодня хотелось бы знать ваше мнение. Подарите мне полчаса вашего внимания. Только полчаса, Павел Васильевич. Я умоляю вас. Я умоляю вас. Шос, извольте. Я послушаю, садитесь. Полчаса я готов.
полчаса, дорогой Павел Васильевич. Драма в 5 действиях с прологом и эпилогом. О чем пели соловьи? Действующие лица. Помещик Шепчерыгин, 60 лет. Взгляды отсталые, лицо значительное. Его сестра Конкордия Ивановна, 65 лет, со следами былой красоты, манеры аристократические, пьет водку. Его дочь Анна Сергеевна, 35 лет, чистая девушка, и это заставляет ее глубоко страдать. Валентин, студент, 40 лет. Благороден, безвозмездно помогает своему больному отцу. Зигзаговский, помещик, богат, развратен, продукт своего времени. Пертукарский, телеграфист, 65 лет, незаконно рожденный. Судья Кучкин, мошенник, но, в общем, человек порядочный. Купец Водянкин хромает на левую ногу, на сцене не появляется. Княгиня Пронская, 75 лет, нечиста на руку. Лакей Сильвестр, горничная Феклуша, старые слуги состоят в интимных отношениях. Перегарин, полковник, черт, его тебя принес. Собака, на сцене не появляется. Барон фон Шпуцель, старый холостяк, имеет взрослую дочь, его дочь Калерия, 50 лет, со следами былой красоты, на ней узкий шелковый лиф. Поселяне и поселянки. Действие первое. Роскошная гостиная в доме Шепчерыгина. Старинная дорогая мебель, направо и налево двери, на стене портреты предков, в хрустальных вазах увядают осенние цветы. Лакеи и горничные убирают роскошную гостиную. Лакей, уж очень барин гневается на барышню. Барин вчера даже к обеду не спустились из своего кабинета. Уж очень они обижаются на барышню, ведь барышня истратила все свое приданное на постройку школы и больницы в селе. Лакей уходит ворчить. Феклуша одна. Хорошо людям, которые прошли все науки, справедливо говорят, ученье свет, а не ученье тьма. Пауза. Очень мне нужно слушать твою чепуху. Но чем я виноват, что ты драму Входит написала? Анна. Она бледна и прекрасна. Анна, Феклуша, подай мне валерьяновых капель. Я не спала всю ночь. Пауза. Господи, какая тетрадь толстая. Вот наказание. Явление 7. Анна одна. Анна, я всю ночь думала о Валентине. Как он благороден. Сын бедного учителя. Он совершенно безвозмездно помогает больному отцу. А ведь он мог бы сделать блестящую карьеру. Явление 9. Пауза. Входит Феклуша. Она бледна. Жена приказала... Барышня, барышня, там купить и привезти на дачу 5 аршин тесьмы. Анна, он, это фунт он. Сыру. Прости, и... Явление 10. Входит Валентин. Валентин, и зубного порошку. Вы звали меня? Зачем? Анна, как он побледнел. Мы должны объясниться, где же обещанное вами счастье. Простите, Павел Васильевич, этот момент у меня личный, биографический. О, Боже мой. Явление 12. Пауза. Кабы мне не потерять образчик тесьмы, куда я его сунул? Кажется, в синем пиджаке. Валентин бледнее. Я не умею рационально мыслить. Я не знаю цели в жизни. Сомнения, неуверенность в собственных силах лишили меня душевного покоя. Где? В чем мое кредо?
А между тем надо бороться... Подлые мухи. Успели-таки засыпать идеал. Многоточими Женин портрет. Ради светлого надо будет приказать Ольге помыть. Ложаться тяжелым бременем на мои надломленные плечи. Валентин побледнел, она побледнела. Я люблю его. Я люблю его больше жизни. Барон Шпуцер, Анна Сергеевна, вы забываете, что губите этим своего отца? Анна смотрит на Валентина. Как он побледнел. Валентин бледнее. Я не умею рационально мыслить. Я не знаю цели в жизни. Сомнений и неуверенность в собственных силах лишили меня душевного покоя. Где? В чем мое кредо, Павел Васильевич? Вы не находите, что этот монолог Валентина несколько длинен? Нет, нет, нисколько. Очень мило. О, как вы добры, как я счастлива, благодарю вас. Анна смотрит на Валентина любящими глазами. Валентин бледнее. Да, но эти наши отношения не могут... Простите меня. Полное... Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, какой этой туши возможно вдохновение? Валентин, простите меня, Павел Васильевич, это тоже личный биографический момент. Анна, она побледнела. Вас заел анализ? Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму? Валентин бледнее. Что такое сердце? Это понятие анатомическое. Как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его. Валентин сардонически смеется. Хо-хо-хо-хо. Анна, она побледнела, смутилась. А любовь? Неужели она? Любовь есть продукт ассоциаций идей. Хочешь, чем Валентин? Драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы на погребе. Анна. Она побледнела. Скажите откровенно, Валентин, вы любили когда-нибудь? Валентин, не будем трогать старых, еще не заживших ран. Анна, она побледнела. Молчите. Валентин в сторону, как она побледнела. Как он побледнел. Мы должны объяснить, Валентин, где же обещанное вами счастье? Ей, о чем вы задумались? Анна, мне кажется, что вы несчастливы. Простите меня, Павел Васильевич, все моменты биографические у меня. Явление 17 входит Сильвестр. Как он благороден. Когда же конец? Он совершенно безвозмездно помогает больному. О, Боже мой. Он мог бы сделать, если эта мука продлится еще 10 минут, то я крикну «Карагул». Это он. Проси скорее. Это невыносимо. Берите меня. Сильвестр, опять они вместе. Ох, быть беде. Такого жениха прогнала. Красавца. Камер-юнкера Ван Лар-Ларского прогнала. Занавес. Действие второе. Сцена представляет сельскую улицу. Направо школа, налево больница. На ступенях сидят поселяне и поселянки. Они поют. Во субботу день ненастный нельзя в поле. Да, нельзя в поле работать. Виноват. Сколько всех действий? 5. Явление первое. Валентин, он бледен. Вы звали меня, Анна? Зачем, Анна? Ей, не заставляйте меня объяснять причин. Пауза. Анна, вы не можете уехать. Валентин, держа Анну в объятиях. Ты воскресила меня. Ты указала мне цель жизни. Ты обновила меня, как весенний дождь обновляет пробужденную землю. Но поздно, поздно. Грудь мою точит неизлечимый недуг. Валентин плачет, Анна плачет. Забыл я соды принять.
Да. О чем бишь я? Да, о соде. У меня, по всей вероятности, катар желудка. Явление 11. Те же барон Шпуцель и Становой с понятыми. Валентин, он побледнел. Берите меня, Анна, я его. Берите меня, я люблю его. Я люблю его больше жизни. Так, ну, эта птичка села. Я люблю его больше жизни. Становые понятые схватили Валентина, который тщетно пытается вырваться из цепких рук блюстителей порядка. Валентин, пустите меня! Она побледнела. Берите меня, пустите его, Валентин. Нет той силы, которая могла бы нас разлучить. Валентин, он побледнел. Из окна школы глядит Валентин. Видно, как в глубине сцены поселяне носят свои пожитки в кабак. Валентин, позвольте мне уехать. Анна, она побледнела. Взял по носовую, чуб меня и залегил я в огню. Она побледнела. Княгиня, что здесь происходит? Анна Сергеевна, что вы делаете со своим престарелым отцом? Вы забываете, что губите. Она внушила мне великую вечную любовь. Она внушила мне незыблемое счастье. Явление 20-й входит в княгиня Прунской, запятая. Что здесь происходит? Барон Шпуцель, Анна Сергеевна, что вы делаете со своим престарелым отцом? Вы забываете, что губите своего отца. Вы его этим убьете, убьете. Я не могу без вас. Валентин держит Анну в объятиях, она рыдает. Хо-хо-хо-хо. Валентин смеется сардонически. Хо-хо-хо. Побледнел, я должен уехать. Вяжите меня, я убил ее. Суд присяжных оправдал его.